Этот новострой жители Новоталец любовно называют избушкой на курьих ножках. Дом, построенный для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, действительно напоминает строение из сказок. Держится он на сваях. Таких домиков в Новоталицах три. В этом 17 квартир. Площади мизерные, от 26 квадратных метров. Расселять сюда будут семьи из 6 поселений. Этот дом почти готов к сдаче в эксплуатацию. Осталось только подвести газ. Жители соседних домов шутят, что это жилье лучше, чем аварийное. Но не на много.